Ребята, всех приветствую, кто сейчас слышит и смотрит наш канал. Виктория ВС Мьюзик. Рада всех приветствовать. Всем хорошее настроение. Иду сейчас с гаража, снимаю видео. Вот немного течет канализация. Ребят, видно, да? Вот прорвала канализация. Сегодня не было полдня телефонной связи. Феникс вообще не работал. Потому что было в Донецкой и Луганской области попадание в вышку. Вот. Вот такая канализация, ребята. Идите, мусор лежит. Делается времени. Сегодня, конечно, вечерок. С утра был дождь, гроза сильная. Вот. Иду на горку. Хочу ж вам показать немножечко, как выглядит улица Солнечная. И всем, кому обещала, кто писал мне комментарии, снять Нахимова улицу. Одна девушка мне писала, да, конечно же, я сниму эту улицу. Этажечки. Так, ребят, пишите комментарии, спрашивайте, что там по поводу труб, по поводу ремонта, по поводу канализации, почему так происходит, что делается новенького, что не делается. Хочется больше, конечно, организации. Ох, вот так, ребят, поэтому пишите, с удовольствием ответим на ваши отзывы, комментарии. Пишите, вот задавайте вопросы. Так, ребятушки, вот снимаю развилочку. Вот выглядит все как. Вот улица Солнечная, кто живет, кто знакомый. Кто здесь жил, сейчас уехал в ваши родные места.